Это Герда и Якай, только что повязались. Грета. Грета. Грета и Якай. Грета, она внучка Вегаса, правнучка Вегаса. Акай, иди сюда, иди покажись. Очень красивая сука, длинношерстная. Акай, сын Ичи Центази. Обе собаки очень красивые, черно-коричневые, очень корпусные, длинношерстники. Сейчас только не одетые. Да, еще не одетые, потому что только осень. После зимы они будут очень красиво смотреться. Очень крупные, костистые, очень хорошая шерсть. Начали одеваться. Акай вообще коричневый. Грета Golden Blue, да? Да. Грета. Грета и Акай. Это уже муж и жена. Через 2 месяца ждем потомство. Яркие, крупные, костистые. Так, куда? Погуляй. Походи с ней, походи. Не давай ей садиться. Грета ушла, а Акай демонстрирует свои способности. Очень крупный кобель. Мощный. Лапку дает. Ай, молодец. Греточка. Другую. Другую дал. Погоди. Походи. Нет, ты походи, я поснимаю Акая. А походи с ней. Давай, иди. Да, у меня ноги уже. Да, иди. Вот Акай. Он сын Ифи Центази. Внук. Он внук Валентина Барышлюк, правнук Брасера Пика, полностью немецкой крови. Он пошел за невестой. Невеста бегает после вязки, чтобы больше щенков было. Очень красиво бежит. Очень красивая корпусная сука.